Друзья, всем привет! Вы на канале «В поисках золота». Меня зовут Серега. Снег сошел. Январь месяц закончился. У нас начало февраля. Мы снова копаемся по скифам. И снова все в том же лесу. И мы тут не одни. Уже вот две машины стоит. Вот еще. Ребята, подъехал к нам Вованчик. Я собираюсь. В общем, прибор уже сложил. Рюкзак взял. Заказал я себе кошелечек, друзья. Заказал кошелечек. Сейчас вам покажу, распаковочку сделаю и расскажу, откуда эта посылочка ко мне пришла. Пришла посылка с магазина Skiff Shop, заказал себе кошелек. Сейчас хочу вам показать. В принципе, классная вещь. Хочу вам продемонстрировать, что мне тут пришло. Запаковали, конечно, очень солидно так. Распаковочка. Мусорить в лесу не буду. Весь мусор вывезу с собой, заберу. Значит, смотрим. Что тут у нас? О-о-о-о. Ребятки, смотрите, какая вещь. Сейчас достанем, глянем поближе. Тут еще второй. Значит, смотрите, с Николаевской настоящей монетой. Кошелек кожаный. Для карточек, для денег. Супер. Сейчас еще посмотрим. Еще есть. Для пластиковых карточек. Смотрите, Copy-A. Тиснение по коже. Skiff Shop магазин, друзья. Заказал, хорошая вещь. Очень качественно все сделано. Кстати, между прочим, это ручная работа. Это, в принципе, и привлекло. Это ручная работа. Человек сам делает, руками все это шьет. Ну, супер просто. Все ссылочки оставлю в описании. Была плохая вещь, не заказывал бы себе. Переходите по ссылкам. Кому интересно, заказывайте. Вот еще покажу вам вот так вот. Классная. Очень качественно выполнена. Все, сейчас собираемся. Идем копать. Будут какие-то находки, вы все увидите. Оставайтесь на канале, не переключайтесь, я думаю, будет интересно. Друзья, а я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Ребят, 20 минут поиска, у меня, по-моему, есть первый наконечник. Ходил в машину, сейчас Андрюха просил отвертку. Сейчас посмотрим, сигнальчик там хороший. Сейчас покажу вам. Смотрите. VDI не совсем показывает, но мне кажется, что это наг. Сейчас глянем. Нет, друзья, это не наг, это кусочек какой-то упал, бля.
Где он делся? Вот он. Это какой-то кусочек оловянистой бронзы. Скорее всего, если думаю, что это был ножик. А может быть и нет. А может и наконечник такой. Кстати. Может быть и наг такой плоский был. Хотя сомневаюсь очень, но бил как наконечник. Берем, идем дальше искать. Сигнальчик был совершенно не глубоко. И вот мой первый за сегодня наконечник. Сточенный, но приятненький. Приятненький, я вам скажу. Очень даже ничего. Все, начало какое-то положено, а то я выкопал штук 10 дробинок. А это наг. Супер, друзья. Супер-пупер. В лесу шикарно. Погода просто идеальная для копа. Не холодно. Ветра практически нет. Солнышко греет. Класс. Супер. Снег сошел и открылись такие места, по которым можно ходить. Все, друзья. Берем первый наг. Идем дальше. Смотрите. Забрались мы, в общем, за в леса, выехали в разведке походить. Рассказали нам одно интересное место. Попробуем здесь по вот этим вот бугоркам пошататься. Житомирский лес пока забросили. Ну, с находками там стало все печальнее и печальнее. Поэтому начинаем разведывать новые места. В общем, сейчас переодеваюсь и выходим копать. Здорово. Привет, привет. Где он? Вот здесь где-то. Вот, друзья, видите? Вот лежит, видишь? Ух ты, красавчик. Молодец. Вот он. Вот он, наконечник, и мы один подняли. И вот, смотри, вот же выкопали. Вот рядочка, да, совершенно. Да, недалеко и мы. Ваши же, да? Да, но тут же какая-то железяка была. Не могли никак докопать ее. А, вроде две даже. С одной стороны, со второй. Ну вот бугорочек, да. Пожалуйста, надо, видишь, надо раскручивать его. Да-да, так это и делаем. Где-то будем покопать. Что у вас по находкам? Да у нас что, у нас только наконечники, умоники, там какая-то шумящая подвеска или что. Угу. Ну где-то здесь тоже, да, все? В этом районе. Вон, видишь, что бревно там? Да, поломанное, вот, да? Ну вот там. Ага. В том месте мы разложились, и буквально там через пару минут она зацепила, а потом я наконечник где-то. Ну где-то тоже рядом. Мы тут покружали. Ну все, можно ставить точку и раскручиваться, да, отсюда уже от этого места. Бугорочек интересный. Есть такое дело. Так, смотрим находочку. Трехлопастной. Ну такой он, как семочка. Или был трехлопастной сточенный. Сделали с него семочку. А я такой и нашел. Он, видишь, тоже похожий. Ага. Только туповатый. Однотипный. Ну это вряд ли скребок, хотя очень похоже, видишь, где-то. Может так, быть, может, да. Где-то его использовали, вон. Здесь зажимали что-то. А это что-то чистили. А это вот какую-то бляшку, не помню, с глубины. Угу. Какие-то там узоры просматриваются, но что это, непонятно. Ладно, ее там поставил, думал. Видишь, ага. Это блестящее, но что это, не поймешь. Я понял, ну пока все, нормально. Надо, да, надо нормально. Ходить, значит. Да, классно. Пойдет такой, да? Тех туда не пойдет. Шикарно. Все, идем дальше искать. Есть сигнал, друзья. Мне почему-то кажется, что это еще один наконечник. Смотрите. Сейчас посмотрим.
А не, не наконечник, дробинка. Дробинка, но била так четко-четко. Все. Вот сейчас вот этот вот райончик буду обследовать. Вот здесь вот наконечник нашел. Вот в этом месте. Буду обследовать все вокруг. Смотрите, я пошел дальше искать. Ребят, смотрите, сейчас вот выкопал вот такую вот штучку, какая-то подвеска была вроде, тоже что-то скифское, соловянистой бронзы, с обломанным ушком, может от шумящей какой-то подвески кусочек. Вот такая вот. Била в черное, 4-6. Вот такая штучка, в общем. Хожу все там же, все вот этот же райончик обследую, бугорочек. Все, иду дальше, смотрите. Друзья, в лесу пошел снег. Небольшой такой, в принципе, лайт-версия, можно сказать. И забрел я вот в такие вот молодые сосны. И практически сверху, можно сказать, он лежал. Где-то я его не вижу. Есть, в общем, наконечник, вот он. Смотрите. Есть наконечничек. Семочка. Класс. Класс. Меня что-то тянуло сюда, в эту сторону. Я оттуда вот пришел. Там вот так походил, по горбочку прошелся, чуть ниже спустился. И меня сюда тянуло, 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 тянуло. И вот вам, пожалуйста, находочка. Все. Второй уже. Берем. Сейчас вот здесь вот буду выхаживать. Вот туда дальше низина пошла вниз. Думаю, может быть, там речуха какая-то текла или озеро, наверное, было. В общем, сейчас вот этот весь бугор, его не видно за этими соснами, но он тут есть. Буду выхаживать, в общем. Все, друзья, берем наконечничек и идем дальше. Сигнальчик есть. Дробинка какая-то, наверное. Да, дробинка. Вот так вот. Идем дальше копать. Зима не сдается, друзья, снежок пролетает еще, мелкий крупой сыпет. Есть у меня находочка. Давненько мне такое не попадалось. Пришивная вот такая вот скифская штучка. Ничего на ней не изображено, но как находка, в принципе, пойдет. Сейчас ребятам по рации скажу. У меня скифская штучка пришивная. О, снег повалил. Молодец.
Повалил снежок, друзья. Уже хочется тепла, я вам скажу честно. Находка, хожу час, наверное. Переехали мы в другое место. Хожу где-то час. Ребят, там наконечники понаходили, а у меня что-то в этом месте вообще ничего. Вот первая находка, вот эта вот пришивная штучка. Ну, дроби накопал, гильз, пуль, как обычно. Все, иду дальше. Я думаю, что еще каких-то наков я сегодня найду. Очень хочется, по крайней мере. Все, идемте. Есть находочка, друзья. Смотрите. Ой, какой классный. Трехлопастной наконечник. Офигеть. Офигеть просто. Целенький. Хочешь посмотреть? Смотри, какой классный. Классный, классный, дуже классный. Я спеваю. Классный, он какой-то позолоченный был, видишь? По-любому. Нак. Нормально. Хороший наконечничек. Классный. Самый лучший. Скажи. Да. Мне тоже нравится. Нет. Все, идем дальше искать. Есть сигнальчик, есть подозрение, что это наконечник. 46 бьет. Сейчас копнем. Не наг, друзья, фольга. Вот тебе и онлайн. Снимаешь онлайн, ничего не выкапывается. То же самое. А, вот так всегда, друзья. Хочешь онлайн что-то снять, и ничего онлайн не получается. Закапываем ямки. Идем дальше копать. Обложили меня тут со всех сторон. Есть сигнальчик, друзья. Сейчас попробуем онлайн копнуть. Может быть наконечник. Может и нет. Ну где ж ты? Дробинка. Может быть и нет. Но бил как наг. Ямки закапываем. Идем дальше искать. Друзья, посмотрите, что творится в лесу. Пошел снег такой крупой и просто засыпает.
Идем к машине, друзья. Будем собираться ехать домой. Заканчивается на сегодня наш поиск. Снег пошел. Засыпает все. Зима не сдается. Сейчас приду к машине. Покажу вам свои находки. Чего удалось за сегодня найти. Остались тут еще немного скифов, конечно. С находками не очень хорошо, но тем не менее они есть. Я думаю, если упираться, ходить, то можно что-то понаходить. Сейчас вам покажу, что нашел. Ребят, снегом засыпает так, что просто мрак. Смотрите, что я тут нашел за сегодня. 4 наконечника, вот такая вот какая-то пришивная скифская блямбочка. Ну и вот этот наконечник порадовал, конечно, очень. Трехлопастной наг. Ну такое не пусто, как бы, и не густо. Ну, пойдет, я думаю. Вот такие вот находки. Все, собираемся и едем домой. Вот такая хабарничка у меня серебряная. Что еще хочется сказать, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вот у нас еще экспедиция, еще увидимся. Всем удачи, всем пока. Ты знаешь, как мне тяжко молчать, пока я снимаю это? Ты можешь не молчать. Закапываем. Уже хочется тепла, конечно. Да. И... Да, да. Ты можешь целиться в меня? Вот так, ниже. Да? Я целюсь в тебя. Все.